мы решили использовать это место для так называемой женской перезагрузки. Собрались, обговорили и решили посадить лаванду. Ты можешь научиться чему-то новому и интегрировать это самое на местном уровне. Ми сьогодні тут з проєктом, насправді, за підтримки Шведського ліберального центру. Сьогодні ми більш спілкуємося про місцевий рівень, наскільки жінки, які є власницями бізнесів, це зазвичай маленький бізнес, яким чином вони починали, з якими труднощами вони стикалися. Це лавандове поле. Поле принадлежить моєму другу, який підтримав нашу спільну ініціативу з жінками. Предпринимательницами. Это край села Гуровки. Было раньше заброшенные дома здесь. Собрались, обговорили и решили посадить лаванду. Лавандовое поле. Чтобы было красиво, чтобы можно было и любоваться, и фотосессии, и на будущее и масло делать лавандовое. Сон приснился, что мы там на лавандовом поле, там чем-то занимаемся. Ой, так это как раз вот, знаешь, совпало тоже. Один, второй, третий. И оно, все вот эти знаки, и надо идти и делать. Во-первых, это красивый бизнес может быть, да? Это фотосессии, как многие любят, пленэры для художников. В центре поля сделали поляну, где можно там проводить и йогу, и медитации, ретриты. Я приехала из Одессы. Мы представляем небольшую крафтовую такую фирму. Мы производим различные соусы из тех продуктов, которые вырастили на нашей ферме. Поэтому меня очень заинтересовало, что буду делать с лавандой. Одна из наших задумок – такая лавандовая соль, которая очень интересна. Ее можно использовать и как средство от моли. И такое средство успокоения, когда можно ложиться спать и ложить возле себя такой маленький приятный сюрпризик с лавандового поля. Из лаванды можно делать любую сувенирную продукцию. От саше до ароматических палочек. Кто-то будет шить фартуки красивые, которые для быта подойдут, подушки, скатерти красивые. Все это можно... Ми вже це робили. Це такий ком'юніті, яке поєднує різних активних жінок і чоловіків, в тому числі по підтримці розвитку їх власне ідей по створенню бізнес-процесів саме в місті Кривий Ріг і навколо. І це дуже класна насправді ініціатива. Тут потрібно ходити, там поливати, там жара. У нас підвал спустився. У нас завжди определена температура. Ну, у нас правда дуже багато обладнання. Фермой можно управлять с телефона. В любой момент я могу там зайти, посмотреть, как поливается, какая температура, какая влажность, что там вообще происходит. Есть такая идея, что каждая семья живет на своем участке. Эта земля не продается, а передается по наследству из поколения в поколение. И вот мы объединились с друзьями и вот так вот взяли участки, где мы ездили, смотрели, выбирали. Здесь нашли, нам понравилось место. Мы решили использовать это место для так называемой женской перезагрузки. То есть в конце рабочей недели сделать такой сельский уикенд, где женщины, изрядно уставшие за неделю от быта, от работы, от семьи, могут приехать сюда и чудесно провести время. Это либо творчество, либо это ретриты. Либо просто послушать пение соловьев и подышать свежим воздухом. А приехать в такую красивую обстановку, тут вот сосны, лавандовое поле, провести время, поговорить в уютной беседке, это всегда интересно. Это также дуже классная штука, что ты можешь научиться чему-то новому и интегрировать это самое на местном уровне.